Шаинский стал знаменит и заслужил звание самого веселого композитора в стране. Какое бы поколение детей не было, Вадим Яковлевич находил с первой же секунды контакт. Как композитору без диплома удалось пробиться к слушателям? Вам надо еще многому учиться. А ведь вам уже 36 лет, с сомнением произнес Караев. И из каких личных драм вырастали его беззаботные шлягеры? Он признавался, что до сих пор просыпается от того, что слышит бабушкин голос. Она мне снится всю жизнь. Не могу простить себе. Владимир Шаинский. Последний день с Борисом Щербаковым. В среду в 19:40.